Вслед за недавним выступлением имама Али Рахмона, в ходе которого он порекомендовал фермерам не поститься в месяц Рамазон, его сын Рустами имам Али также проявил себя, обязав столичные заведения общепита работать в течение священного месяца Рамазон в обычном режиме. Рестораны и кафе должны открываться не позже 11 часов утра, сообщает официальный сайт администрации Душанбе. В сообщении подчеркивается, что в случае невыполнения этого требования в отношении владельцев заведений будут приняты соответствующие меры. Какие конкретно, не указывается. Напомним, что большинство заведений общепита в Таджикистане в месяц Рамазон, как это принято во всех остальных мусульманских странах, перестают работать в дневное время и открываются только к вечеру, ко времени ифтара, разговения. Причем, что немаловажно, данное требование исходит из трудов ученых ханафитского мазхаба, последователями которого является почти все население Таджикистана. Субтитры сделал DimaTorzok.